и Nabitec Daycom просмотрщик. Новые режимы криволинейной реконструкции. В просмотрщике теперь доступны два новых вида построения криволинейной реконструкции. Для построения необходимо открыть исследование в МПР. Выберите инструмент «Режим криволинейной реконструкции». По умолчанию кривая строится в режиме «Выпрямленная развертка». Такой режим построения позволяет получить выпрямленную кривую, например, для сосудов или зубов. В нашем примере мы построили прямую для позвоночника. Далее рассмотрим режим развертка кривой в ортогональных плоскостях. В этом режиме построим невыпрямленную кривую мочеточника. Кривую можно настроить, установить цвет и толщину, если это необходимо.